оружие. Его в хранилищах Оренбургского губернаторского музея более 600 единиц, от боевых 17 века и до современных образцов. Изменялись внешний вид, назначение. Благодаря сотрудникам музея до нас дошли шашки, сабли, ружья и пистолеты. Это боеприпасы, образцы холодного, огнестрельного оружия, снаряжение. Оружие 1-3 19 века. Такие пистолеты можно увидеть разве что в кино, и то макеты, а тут настоящие. Их держали в руках русские солдаты в турецких и хивинских походах. Вот этот дамский пистолет вызывает повышенный интерес. Он ценен не только своим внешним видом, позолоченный, аккуратный, системы Вальтер. Его бойцу Красной Армии Офицеровой, о которой, увы, не сохранилось никаких сведений, в 1936 году подарил сам Клим Ворошилов. В этой же витрине образцы другого личного оружия. Перед вами генеральские сабли образца 1940 года. Они принадлежали начальнику Оренбургского зенитного училища, генерал-майору артиллерии Ивану Ставцеву и герою Советского Союза генералу Михаилу Колдубову. Оружие использовалось исключительно на парадах. Трофейные кортики немецких офицеров дают представление об оружии гитлеровской армии. Вензеля, свастика говорят о высоком звании владельцев холодного оружия. Уникальные экспонаты коллекции – два охотничьих ружья. Одно из них принадлежало сыну легендарного военачальника, героя Советского Союза Александра Родимцева. На прикладе – дарственная надпись «Дорогому сыну Илье от отца». Илья Александрович лично передал семейную реликвию на хранение в музей. А это ружье первого космонавта Земли. На шейке ложки гравировка со сценами охоты. Подумать только, сам Юрий Гагарин стрелял из этого оружия. Оружейная экспозиция, по заключению экспертов, непригодна для использования, но имеет огромное историческое значение.